Куда идем? Мэтис? Нам же сколько идти? 10. 10, ёшкин кот. Давайте быстрее подойдем. Альберт, надень шапку. На улице очень холодно. Ветер прямо. Мысли весна, там птички поют. Кажется, Леонард Шмидт заплатил встать. Да? Да. Привет. Пойдем читать. Я книжку, кстати, в библиотеке взяла. Может, на Таймсквер пойдем? Ну, со стороны Таймсквер пройдем. Как? Я хочу зайти в Эммондэнс, покушать. А, нет, в принципе, на шестом же этот Мэйсис. Эммондэнс далеко мы отсели, да? А, да? Пойдем. Эрнесто Хемингуэя. Ва? Я книжку взяла читать. Эрнесто Хемингуэй. Интересно? Да, военная. А ты где записалась? Я не люблю военную. Библиотеку? Нет, я специально беру. А? Ты в библиотеку где записалась? Правильно. Здесь? На Манхэттене, конечно. Да. Записаться? Вчера я тебя забыла. Ты не вдалеке. Она против меня, это Брайан Парк. Тут летом бесплатный Wi-Fi, и там место, где можно посетить. Летом-то, конечно, очень хорошо, но зимой, сказал бы, конечно, очень прохладно, потому что улицы все в Нью-Йорке сквозные и очень сильно продувают. И сейчас, в принципе, на улице было в районе минус 1, может, плюс. Очень сильный, ну, не сильный, но такой вот небольшой ветер, и чувствуется, что на улице очень холодно. Это очень мутно, наверное. Поэтому, если ты приезжаешь в Нью-Йорк зимой, то выдевайте теплее обязательно. Ты будешь вот так писать, там по листочку, типа два. Просто помню, я очень составлял, и это реально работало. Потому что у меня детство, допустим, на весь лист. Я помню, когда только пришел заниматься, я где-то 4 месяца занимался раньше. В общем, 2 часа ее вдоль страдали. У нас было я и 2 девочки, потом одна девочка осталась. О чем ты рассказываешь? Вот, блин. Я рассказываю о том, как я учил английский. А как ты учил английский? Китошка, привет, если ты меня видишь. У нас были очень крутые занятия, по 4 часа. Сколько мы занимались? 4 месяца, по-моему. Вот, с моей сестрой. Ага. Мы вот, знаешь, что-то плохо не учили. Учебник прошли, голове 0. Ага. И все, кто прошли учебник. После этого, где-то через 3-4 месяца, я нашел учительницу, ну, весна посоветовала. Вот. Она училась на Ильязе, но она не закончила. Мы уже на месяце издавна получили легенду или на 5-м. Ну, знаете, все мы остались, и мы по учебнику, то есть там не просто нужен человек, который там мой стоял, и я не учу. Я очень хотел взять. А вот это для второго и компьютера. Второй курс. Я еле-еле читаю там что-то, еле-еле-еле. Ну, все, урок прошел. Альберт, ну вот, дома перейдешь, выпишешь все незнакомые слова. Я говорю, Оль, ты гонишься? Что, у меня текст на лист, поняла? А лист там А4 большой, даже больше. Я говорю, Оль, ты гонишься? Что я буду писать? Весь лист выписывать. Она такая, ну ладно, что сможешь? Все, поемся. Ты выписываешь слова, ты выписываешь.